А вот домик, давайте скушаем его, давай, домик, залезай. Так что, если вам нравятся мобильные игры, то ставьте лайк. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в новую ИО-игрушку, которая называется Hole.io. А перед началом, не забудь поставить лайк под видео. И вот эти ребята попались, они видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. Давайте уже попробуем, давайте зайдем сейчас. Так, появляемся, ребята, вот в таком вот городе. Смотрите, у нас такая вот маленькая черная дырочка, и мы должны сделать ее очень-очень большой. Что мы должны сейчас делать? Это просто пожирать все на своем пути. Например, вот у нас корзина, и все. И больше нет корзины. Мы ее скушали. Черная дыра поглощает все вокруг. О, тут только есть другие черные дыры, которые больше, чем я. О, нет. Фух, надеюсь, что она меня сейчас не проглотит. Отлично, мы с вами скушали человека, уже всякие фонарные столбы. Так, тут машина, мы не можем, да, скушать машину? Блин, жалко, у нас всего лишь 9 очков. На первом месте у него там вообще 100 очков уже. Как так-то? И по идее мы здесь должны все это кушать на время. Видите, осталось всего лишь 14 секунд. Вот так вот быстро. И за это время мы должны успеть с вами попасть на первое место. Это просто что-то нереальное, мне кажется. Так, скамеечки. Человек тут стоял, смотрел на природу. Хоп, и провалился сразу в черную дыру. Так, все, у нас время закончилось. Видите, как быстро. Да уж, заняли 7 место. 23 очка всего лишь. Пишите ваши рекорды в комментарии, будет интересно с вами посоревноваться. Я разогрелся. Давайте продолжим. Так, появляемся и сразу кушаем. Нужно делать все быстро, иначе мы не сможем встать на первое место. Мы же с вами топчики. Так, минус один фонарный столб. Знаки. О, люди. Люди, это хорошо. Кушаем всех людей. Ковбои, ничего себе, тут даже ковбои в городе есть. Офигеть. Так, все, поглощаем знаки. Еще фонарный столб упал. Замечательно. Так, машина, иди ко мне. Отлично, ребята, мы можем кушать даже машины. Ура, 14 очков. Быстрее, 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 быстрее. Пожарная машина, давай, залазей, давай. О, да, наша черная дырочка уже очень большая. У нас уже почти 20 очков. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. 20 секунд, 18 секунд. О, нет, как же мало здесь времени додается, чтобы развить нашу дырочку. Да уж, но ничего. Мне кажется, здесь можно даже кушать домики. Но мы пока что еще не такие большие. У нас уже 30 очков, мы побили свой прошлый рекорд. О, нет. Нет, снова эти секунды, сколько можно? Давайте 34-35. А, все, ребята, это мой рекорд, 35 очков. Окей, нет, ребят, нам нужно сделать нашу дырочку просто огромной. Давайте попробуем. Надо пойти в парк, мне кажется, в парке больше всего всяких предметов маленьких. Вот, самое главное, это вырастить пока что вот эту маленькую дырочку. Потом уже становится все легче и легче. Вот, кушаем все эти скамеечки. Деревья тоже кушаем, замечательно. Вот, и мы уже с вами растем потихонечку. Нет, нет, не кушаем, я дырочка. Осторожно, фух, она чуть не скушала. Так, машина мы уже можем кушать. Замечательно. Фонарные столбы. В прошлый раз у нас был рекорд 35 очков. Как же нам его побить? Ну, мы, в принципе, неплохо сейчас уже работаем. Смотрите, как мы быстро все поглощаем. Офигеть. Наша дыра становится снова большой. 29, 30. Замечательно. Так, вот это мы можем проглотить? Нет, не можем, не можем, не можем это мы проглотить. Она слишком большая. Что ж такое-то? О, да, ребята, мы побили свой прошлый рекорд. У нас уже 39 очков. Но этого недостаточно. Так, мы можем уже кушать такие большие знаки. Замечательно. Но как же люди набирают? Там, смотрите, как много очков. 117 у кого-то есть. 44 очка. Блин, снова 7 место. Что ж такое-то? Мне снова достается 7 место. Уже третий раз. Уже 3 семерки у нас подряд. 3 топора. Раз, два, три. Поехали. Все, собрались. Так, делаем все быстро. Снова кушаем все. Вообще, как такое возможно, что в этом городе появились черные дыры? Мне кажется, должна быть какая-то история. Либо просто случился какой-то апокалипсис. Вот, мы, кстати, уже неплохо начали. 9 очков, 10 очков, 11. Кушаем людей. Мне кажется, людей кушать самое просто приятное дело. Вот, бабушка, привет, пока, бабушка. Бабушка уже у нас улетела. Так, ведро, машина. Вот, неплохо, ребята. Вообще просто шикардос. Смотрите, уже 30 очков. А времени-то еще много. Замечательно. Кстати, можем попробовать еще кушать другие черные дыры. Так, у нас 4 место, но этого недостаточно. Быстрее, 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 быстрее. Поехали, поехали, поехали. Черная дыра становится все медленнее и медленнее, когда она много кушает. Это плохо. О, давайте пойдем в парк, кстати. Неплохое место, чтобы немножко покушать. Так, дерево, привет. О, черная дыра, иди ко мне, Ярослав. Ярослав, ты куда? Блин, он ушел, видите? Это сложно, это очень сложно сделать. О, мы сейчас кушаем ее. А, мы не можем кушать другие черные дыры, это очень странно. Ура, мы наконец-то заняли с вами 5 место. Это снова мой рекорд.
Каждый раз, когда мы играем, мы снова ставим с вами новые рекорды. Это хорошо. Уже 60 очков. Когда же мы с вами займем первое место? Мне кажется, это очень сложно сделать. Так, заходим. По-моему, самая гениальная тактика — сразу идти в парк. Вот в парке, видите, сразу тут есть много всяких вкусных предметов. Вот есть дерево. Дерево, подожди, подойди. Ах ты, какое дерево. Надо было в меня упасть. Блин. У меня пока что маленькая черная дыра и сложно. Не, видите, очень плохо начал. Здесь мало мы предметов скушали пока что. Так, отлично. Минус еще 6 очков пока что. Это очень мало. Очень мало очков. Как же это так? Давайте быстрее. 9 очков. Бабушка, привет. Ведро, минус фонарь. Так, где все машины? Куда подевались все машины? Мне почему-то когда-то везет, а когда-то нет. Так, вот у нас еще фонарные столбы. Замечательно. Но уже там, видите, все меня перегоняют в топе. У кого-то уже 80 очков. Как же это так? Они, мне кажется, находят какие-то секретные места здесь. По-другому я не могу это объяснить. Я пока что не могу накопить столько очков, сколько у них. О, нет, ребята, слишком мало очков. У меня был рекорд 60. О, машинки, быстрее, хаваем машинки. Вот, и у нас 36 очков, 37 очков. Снова 7 место, уже 4-й раз подряд. Да, управление, я еще не привык к мобильному управлению. Жалко, что здесь нету игры на браузер. Но ничего, я думаю, что мы привыкнем скоро. У нас в последнее время очень часто будут выходить мобильные игры. Так что, если вам нравятся мобильные игры, то ставьте лайк. Вот, уже смотрите, как неплохо это пошло. Сейчас мы еще машинки здесь покушаем. Замечательно. Так, 19, 20. Автобус, заходи. Автобус, добро пожаловать в мою черную дырочку. Так, скамеечки. Вот, вообще ништяк, ребята. 30 очков у нас уже есть в кармане. О, пойдем, кстати, немножко ближе вот туда, вот чуть повыше. Вот тут у нас пальмочки еще есть. Осторожно, пальмочка, заходи. Отлично, кушаем, быстрее. О, нет, куча всяких машин, фонарных столбов. Но, мне кажется, мы не успеем снова побить рекорд. 3 секунды, это слишком мало. Очень мало, да, очень мало времени. На каком месте? Снова 7 место, вы что, издеваетесь? Уже какой раз подряд мы на 7 месте? Мне кажется, это самое последнее место. Так, попытка номер 8, или какая уже попытка? Пишите в комментарии, я не могу запомнить, какая это уже попытка. Опа, проглотили, замечательно, я думал, что не войдет. Кушаем фонарный столб и машинку. Машинка, залази. Ну что ж ты такая большая-то? Слишком толстая машинка. Вот, кушаем людей, отличненько. Мне кажется, на 10 очках она уже залезет ко мне. Ну-ка, давай-ка. Машинка, привет, заходи. Добро пожаловать. Так, я бы хотел покушать дома. Но видите, дома слишком большие. Нам нужно сделать дырочку очень-очень большой, чтобы кушать домики. Пока что у нас не такая большая дырочка, поэтому мы пока просто с вами кушаем людей. Очень много людей. Мне казалось, что здесь раньше можно было кушать черные дыры другие, но вроде как нет, нельзя. Во, вот это место, ребята. Вы только посмотрите, здесь куча цветов. И мы сразу сделали просто огромную черную дыру. Во, все, это наш рекорд, ребята. Это самый большой рекорд в моей жизни. Отлично, 70 очков. У нас уже большая черная дыра. Ой, там еще были растения. Да что ж такое-то. 6 место, 77 очков. Это мой рекорд. Короче, я понял, в чем дело, ребята. Нам нужно сразу идти куда-нибудь в парк. Кушать всякие растения. Это самая лучшая тактика. Вот, вначале столбы. Вот тут люди. О, хорошее тоже место, смотрите, коробочки. Только вначале мы еще не сможем их проглотить, потому что у нас маленькая дырочка. Или можем? А давай, залази, ну же. Давай. Она застряла. А нет, все нормально. Вот, пошло, поехало. Отлично, коробочки. Интересно, что здесь коробочки делают и что в этих коробочках находится, но уже не важно. Мы это все проглотили, конечно же. Автобус, залезай. Автобус, давай. Автобус слишком толстый, я понял, окей. Пока автобус, ты мне не нужен больше. Тут есть кое-что повкуснее. Ага, 27, 28, 29, 30. Слишком мало очков все равно, очень мало очков. Я бы хотел домик захавать. Давай, домик. Ну же. А, нет, домик слишком большой, ребята. Снова 7 место и 40 очков. Мы с вами обязаны сегодня скушать домик, потому что я просто мечтаю об этом. Скушать огромный большой дом. Так, пальма, а что она не залезает-то? Странно, вроде как дырочка у меня большая уже. Что-то пальма не залезает. Это очень странно. Окей, пальма, мы с тобой потом разберемся. Может быть, все-таки залезешь? Ах ты какая! Хитрая пальма. Она вроде не такая уж и большая, но все равно не залезает. Это очень странно. Так, пожарная машина. Давай, отлично. Где у нас-то парк-то был? Этот парк очень сложно найти на самом деле. Мне кажется, тем ребятам постоянно везет, потому что они появляются в парке. Где я нахожусь вообще?
А, это мы просто зашли в здание. Да уж. Не, видите, здесь вообще нечего кушать. Здесь совсем бедненько как-то. Очень бедненько. Уже 5 секунд, да уж. Ничего мы не успеем, к сожалению, сейчас сделать. И, скорее всего, у нас опять 7 место, да, будет? Давайте, я Ванга. Да, конечно же, 7 место. Такое чувство, что со мной играют какие-то профессионалы. Мы снова появились не в парке, да что ж такое-то? Во, мы нашли, по-моему, что-то интересное. Да, видите, здесь забор можно кушать. А это что еще такое? Смотрите, какая-то церковь или что это такое? Какие-то башенки стоят. Вау, как мы здесь быстро накопили очень много очков. Вот, другое дело, совсем другое дело. Видите, самое главное кушать забор. За забор этот много очков дают. Вот, и мне кажется, что мы уже можем скушать с вами домик, но мы очень далеко. А вот домик, давайте скушаем его, давай, домик, залезай. Ну-ка, отлично, ребята, мы наконец-то скушали с вами домик большой. Второе место, серьезно, быстрее на первое место, ну же. Ну, ай-яй-яй, меня даже пригнали. Мы с вами на 4-м месте, что ж такое-то, мы же были на 2-м месте. Как же это так? Так что, когда мы маленькие дырочки, мы сразу должны найти хорошее место себе. А потом уже начинать все кушать. Вот, отлично, отлично, отлично. Да, вот мы в прошлый раз здесь же появились. Мы с вами уже накопили 50 очков. Пока что неплохо, но этого недостаточно. Идем дальше, идем дальше. Кушаем домики, кушаем много домиков. Вот, 60 очков, но слишком мало очков. Этого недостаточно. Одна секунда. Да, 70 очков. Так, дерево, привет, давай быстрее, дерево. Что ж ты такое долгое? Оно очень долго заходит в меня. О, это место я помню. Идем налево, и там у нас будет заборчик. Быстрее, 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 быстрее. Давай же, ну же, ну же, ну же. 44, 45. А, как это сложно, как это сложно. Давай, давай, кушай, 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 кушай. И 72 очка, что ж такое-то? Ай, почти, 6-е место. Если бы здесь давали чуть побольше времени, вот хотя бы капельку побольше, то мне бы стало намного легче играть в эту игру, а то здесь очень мало времени дается. Это плохо. Так, давайте коробочки, залезайте. О, кстати, хорошее место тоже. Быстрее, 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 быстрее. Не забываем про время. Времени очень мало, я спешу. Давайте коробочки. Я очень спешу, коробочки. И дальше идем вниз, например. Внизу у нас, по-моему, ничего нету. Здесь у нас здание стоит. Зря я сюда пошел, зря. Вот снова, видите, неудачная попытка. Но мне кажется, я все равно неплохо играю. Пишите в комментарии, кто я, нуб или про. Хэштег нуб пишите или хэштег про. Мне будет интересно посмотреть. И сразу же пишите свой рекорд, потому что мы же с вами соревнуемся. Кто больше скушает всех этих людишек, все эти машины, все эти здания. Она когда становится все больше и больше, она, видите, как медленно ходит. Блин, быстрее, енут, черная дыра. Ну что ж такая медленная, это совсем как бабушка уже. Бабушка черная дыра. Да, ну все, ребята, 0 секунд уже. 6-е место. По-моему, я занимал 4-е место здесь. Это был мой рекорд. Первое место здесь просто невозможно занять. Если вы занимали первое место, то пишите комментарии. Надеюсь, вам игрушка эта понравилась, она очень прикольная. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока, ребята.